15 февраля 2012 года. Набережные Челны, Татарстан. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Автоград с рабочей поездкой. И действительно, КАМАЗ за предыдущие десятилетия переживал немало сложных времен. Проблем было предостаточно. Повод особый. С конвейера завода КАМАЗ сошел 2-миллионный грузовик. Ровно 36 лет назад был выпущен флагман КАМАЗ-5320 с номером 00001. За это время технические характеристики татарстанских КАМАЗов претерпели глобальные изменения. Советская индустрия подготовила трудовой подарок. Первые грузовики автогиганта сошли с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. Автомобиль первой модели КАМАЗ. После нескольких лет эксплуатации в одном из автохозяйств Башкортостана был выкуплен его создателями и теперь в качестве действующего музейного экспоната хранится в научно-техническом центре КАМАЗа, выходя на службу только в дни своего юбилея или в других торжественных случаях.